А что там такое? Один из 13, ну-ка поехали. Я что-то опоздал, молясь. Прям совсем самую малую. А ему идет пиздец. Где снято? Да чё ты бибикаешь? Ты чё, видишь, красный горит? Я чё, потом взлететь должен? Это реклама? Но я все равно посмотрю, ну-ка. Заебало уже орать, конечно. Ёб твою мать, блять, минута с хуем, вы чё? Тендер либо е, ебали во дворе. Тендер либо е, тендер либо е, тендер либо е, ебали во дворе. Тендер либо е, 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 ебали во дворе. Тендер либо е, тендер либо е, тендер либо е. Ну чё, начинаем? Всем привет, дорогие мои дорогие. И сегодня у нас в гостях Данилка Кашин. Данила? Здравствуйте, Данилка, здравствуйте, извиняюсь. Нормально говорим, слышно? Да? Нет, просто я давно не стримил, мало ли. Не, потише вам чуть-чуть сделаю. На самом деле мы заебались уже звать всяких... Так, спасибо за подписку, молодой. Всяких братишкиных, амир, ну, детей ебливых. Наконец-то настоящий взрослый человек. У меня к тебе есть один вопрос. Да, конечно. Ебался, блядь. Ты ебался? Я смотрел момент просто. Ты ебался? Как бы... Когда? Ну. А... Сколько раз ты ебался? Наркотики пробовал? Пробовал наркотики? Сколько ты ебался с наркотиками? Ебался под наркотики. Шихи, бохи, гречка, мокрый, кислый. Бутер. Будешь бутер? Да нет. Быстрее, нет. Так вот, ты ебался, когда ты ебался, сколько раз ты ебался? Вот, например, Амир, да, он ебался, а ты ебался, да, братишкин даже ебался, а ты ебался? Да даже, бля. Да? Наркотики ебал? Наркотики, бля. Рэп ебал, рэп? Бля, меня с детьми сравнивают, пиздец, блядь, что за хуйня? Хорошо. А у вас всегда такие вопросы к гостям, особенно которым нет 18? Эдди Джуду не нравится? Не, мне все нравится. Не нравится? Не, все нравится. Можешь выйти? Сложно. Ну шо у вас хуйня, конечно? Ну да, как бы, ебаная. Ну вот, Мимир как у вас? Мимир. Ребенок. Алир, Анджир. Ребенок, да, он ебался. Так, наркотики. И наркотики тоже ебались, я думаю. Вы всегда заметите дебилы сам, все в шоу. Да. Только если они ебались. Так, меня сегодня током не бьет, поздравьте меня. А. Меня выбирать не будут? Снимать? Ебальник весь потеет, бля. Всем здравствуйте, значит, я вот хотел сразу перейти к первому вопросу, вот интересному я вот записал себе. Вот идете вы с кентом по пустыне, да? Вот, на расстоянии километра... Бля, у него вопросы поинтереснее придуманы. Километр нет ни населенного пункта, ни чхуя. Вот, и вдруг выползает змея и кусает его кореша в хуй, бля. Че делать будешь? Ну смотри, если у кента залупа выше колена, то змея не достанет. Если ниже, то сам отсосет. Блестяще. Спасибо. Нормальный вопрос задавать будет? Не, ну могу. Ну ладно, хорошо, все молодцы, я нихуя не читал, неинтересно. Давайте следующий вопрос. Сколько вот должен зарабатывать мужчина, да, чтобы вы были довольны? Чтоб на чё? Дудню хватало, бля? Так, от миллиона в месяц, одинаково, как и я, 15 тысяч рубликов. Вот, больше меня, мне хватит 50 тысяч. Неважно, сколько зарабатывает мужчина. Вот, не могла бы вот стать, кто, неважно, кто зарабатывает, сколько зарабатывает мужчина. Иди отсюда. Отсюда, вот так проходишь, как в шоу. Ты прости, не хотел тебя выгонять, ой, так жалко, пиздец. Я реально не хотел тебя выгнать. Я... Сюда ушла уже. Ну а ты сам как думаешь?
Да что погромче, ты и так громче. Ну если залупа выше колена, то змея не даст. Как жизнь? Нормально, нормально жить. Останет. Если ниже, то сам отсосет. А вот скажите, какое животное я вам напоминаю? Вот только честно, да? Верблюд, мартышка, верблюд, блядь. Крысу, блядь. Дикий кабан, блядь. Мартышка, дикий кабан. Конь педальный. Педальный. Это хорошо. Козлик, бегемот, крыса, котик. Вот не могла бы стать девочкой, которая вот написала котик? Встань. Иди блядь, нахуй отсюда. Вообще. Вот знаешь, ну как бы да, мы согласен, мы похожи с котами, они так же, как и я, вылизывают яйца, только я пока не достаю. Че, блядь? Иди. А где концепция того, что они обосрать должны? Вот очень важный вопрос, блядь, мне его написали, а вот скажите, ревнивые ли вы, вот ты конкретно кто-нибудь? Бля, нихуя не видно, не, кстати. Не, я вообще не ревнивый, вообще. Ну, иногда обижаюсь, когда она без паранджи из клетки выходит, а так вообще окей, не против. Так. Бля, жестко. Бывает, как красиво тебя не буду. А, в рамках разумно иногда бывает, вообще нет, зависит от ситуации. Ужасно ревнивый, постоянно. Вот кто ужасно ревнивый, вот не могла бы ли ты встать, вот. Знаешь, ревновать — это петушиный поступок, бля. Вот. Я чекнул комменты, что там. Какие-то оправдания, уходи. Все, иди, извини меня, извини, я не хотел тебя выгонять, ой, мне очень жалко. Я просто накуренный, извини. Расскажите, вот важен ли для вас возраст? Вот очень важный вопрос, вообще похуй. А, не особо, не особо, главное, чтобы не младше меня, очень важен, зависит от ситуации, нет, не важен, аккумулятор разряжен, это у меня. Вот скажите, вот очень важный вопрос, да, вот забыл задать. Блять, что за заебало это скоро уже кататься тут? Сколько можно, блять, она уже третий кругаля дает. И что, долго вот так вот будет она, интересно? Ой, блять, она, по-моему, на месте стоит, чуваки. Пизду! О! Охуеть! А вот вы не могли бы поднять руку, кому вот нет 18? Я мудила, я забыл, блядь, сделать оповещение, нахуй! Ой, блядь, мудак! Ой-ой-ой, ща, погодите. Там народ даже не в курсе, что стрим идет, твою мать. Да я думаю, чё такое, блядь? Так, запустить. Все, заебись, сделал. Откровенно, вот честно, да? А, вот те, я вопрос блядь, прослушал. Убейтесь вообще, бабульки. Извините, я не хотел вас, ой, как жалко. Ой-ой-ой. Совесть мучает, пиздец, извините. А, вот еще вопрос, да? Вот важно ли для вас, сколько было партнеров? Вот до, после. Ну, до. Важно ли для вас, сколько было партнеров? Типа, я вот не понимаю, они на полном серьезе отвечают или нет? Вот вопрос не особо, главное, чтобы не младше меня. Это что значит? Главное, чтобы не меньше меня? Правильно? Что-то не очень какой-то логический ответ. Важно ли для вас? Бля. Да. Так кого выгоняешь? Я. Все. Я... Пальцем надо ткнуть. Бля. Олежек. Пиздец, три года уже ебать. Минув, бля, уебанское имя. А у Е 36 месяцев. Да, бля, как будто. Иди отсюда, как будто бабушка, знаешь, как в деревне. Прикинь, такие рожают, ну, мужчина, женщина рожает ребенка. Сразу бабкой рожает. Сокровище, как назовем Нину, блядь. Пиздец, крышняк ей ту лизикаешь. Давай не будем смущать, мешаешь, давай быстрее, ну, какой-нибудь вопрос. Давай, давай, давай,
Вы любите спать? Какая-то хуйня получилась, наверное. Спать. Люблю, люблю. Так, а кто такая Даня Кашин? Ты что здесь делаешь, блядь? Съебись отсюда. Чего? Слушай, Даня, давай вопрос какой-нибудь. Боже, у тебя рейтинг. Про размер. Размер. Да, сегодня КГ поход будет, чуваки. Какой у вас размер пениса? Спасибо, девочки, что пришли на это шоу. Вот, вас осталось пиздец как много. Вы все... прекрасная, красивая. Вот, к сожалению, я не выбрал одну. Вы красивые. Вы смонтируете так, как будто там много. Ну, типа, я не один разговариваю. Кто? Ты отсосешь? Давай. А, и ты тоже? И ты? Ну, давайте семером тоже пойдет. Смонтируешь? А они куда ушли? Бля, ну вот... Так, ребята, спасибо за отзывы. Давайте наберем 500 тысяч лайков. И если наберем, то я повешусь, блядь. Я тоже вложил, считайте, один лайк в повешение. Чи не?